Про мирне життя мешканці цього мікрорайону, що на Салтівці, знову забули. Наче все стихло, тішили себе всередині люди, як знов почалося. Кілька днів поспіль їх стало засипати снарядами. Не только испугались, а мы все залетели под холодильник на коридоре. Ну, что тот холодильник, конечно, поможет, но со страху, мы не знаем, внучка у меня залетела в туалет, говорит, тут свет хоть включишь, хоть не страшно. Так бахнуло, что просто думала, что и нас не будет, честно. Прямо вот так вот, как вроде вот перед окнами, понимаете? Страх Господня, такое пережить, конечно, не приведи Господь. И за что? За что нам вот это вот все, скажите, пожалуйста? Чем вы ими виноваты? Внутри хотим жить. И страх вот этот вот за внуков, за детей, что оно будет и как оно будет. Ну, в чем я виновата, допустим, мои дети, мои внуки, что нам такая жизнь вот. Думаю, лето идет, будем на огородах, понимаете, будем ходить в парк, будем ходить, внуков водить. А сейчас же все закрыто, вот городок разбомбили. Ну, и куда? Я ее приведу, а там бахнет и все, и что? Это было громко так, что вообще кричала караул. Уже было страшно. Як от я сьогодні ніч не спала, стерегла, сиділа коло порога в коридорі, а піднятися не могла, у мене ноги вільні, піднятися не могла. І одна я в квартирі. Ну що я вам можу сказати? Горе, да і все. Это было очень громко. Причем это второй раз за день было. Первый раз в 5 часов. Я вот там под подъездом лежал. А вчера 9, там с чем-то около 10, как раз только из ванной выходил, лупануло так, что просто звон, это кошмар какой-то. Очень сильно, очень громко. Причем, я удивляюсь, перед этим, как там детей не было на площадке. Обычно они там сидели. Как их вообще никого не побило. Просто ужас. Сволочи они. Просто пустота какая-то внутри. Сколько прожил, зарабатывал. И все это сейчас теперь просто под ноль. Все, трое стариков у меня, которые почти не ходят. Сейчас и так все деньги уходят на лекарства, на все. И сейчас вот это вот еще, как оно к зиме это все будет потом выглядеть. В результате обстрела пострадало больше 15 деревьев, которые взяли на себя часть осколков, которые прямиком попали бы. Сейчас занимаемся распилом поврежденных и упавших деревьев. На данный микрорайон было 2 прилета. После последствий взрыва выбило окна и разорвало балконные рамы. Сейчас работает несколько бригад. Устраняем повреждения и зашиваем окна. Работы очень много. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.